Приветствую зрителей Активатики. Я Капитонова Анастасия Юрьевна, являлась защитником собою Камилы на рассмотрение дела по статье 20.2, часть 1, которая проходила сегодня в Ленинском районном суде по поводу автопробега, проведенного 15 мая. Его так и не дали провести сотрудники полиции, но судят ее за то, что она его, собственно, уже сделала и организовала. Наши доводы во внимание суд не принял, абсолютное ходатайство все были отказаны, получили отказ. Мелкова, судья, позволяла в сторону Камилы Соповой неуместные какие-то личные предвзятые вопросы в стиле «почему вы не займетесь чем-то полезным?», «зачем вы вообще этим занимаетесь?», «неужели вы хотите быть похожим на вот них, на вот таких?», ну, имеется в виду в сторону участников потенциальных автопробега. Также она открыто смеялась на фразу Камилы, то, что она хотела провести автопробег в поддержку политзаключенных. И Мелкова позволила себе похихикать очень даже так вот радостно. Вот, подобное отношение я считаю абсолютно неуместным, и будем обжаловать данное решение, это противозаконно, поскольку автопробега так и не состоялось, в чем вы можете сами убедиться, посмотрев прямую трансляцию, которая была на канале Активатики 15 мая.